Конкретный интерес России, кроме того, он состоит в том, что существует так называемый план Лаврова, это неофициальный термин, как разрешить конфликт. То есть Россия заинтересована в том, чтобы расположить свои миротворческие силы между сторонами. То есть это то, чего не было все эти предыдущие годы. Mm-hmm, да? То есть mm-hmm. стороны сами как бы соблюдали соглашение о прекращении огня. И тут как бы Россия хочет выступать в роли такого посредника, и вести свои миротворческие силы. И эти силы будут как бы не только силами по разъединению сторон. Это будет силовой и политический гарант российского военного и политического присутствия в регионе. Что Россия как бы вот на Южном Кавказе, Россия будет как бы иметь свою сферу влияния, устанавливать свои порядки.